заведение. Второй раз заходим уже в него. С живой музыкой. Да, да, да. Там живая музыка, а вход всего лишь навсего $5 с человека. И там можно посидеть, послушать живую музыку. Джаз, рок, блюз, да? Ну, в основном блюз и соул такой. Да, соул такой, темнокожий соул. Всех тут поздравляют с днем рождения. И вот там сидит компания темнокожих. Они одеты все в белое. Они отмечают день рождения вот на втором этаже. Надо еще заметить, что здесь вообще не разрешено курить внутри этого помещения, Бибикин. Поэтому здесь и приходят семьи с детьми, и свежий воздух, и очень хорошее кондиционирование здесь, вот посмотрите. С потолком они не заморачивались, вот видите, как все идет, все трубы наружу. Ну, а воздух свежий, хороший. Даже кофточку одела, я прохладненькая. Сама музыка очень качественная. Да, звук качественный. Оборудование хорошее. Ударим блюзом по этой дыре. Да, вот сейчас звучит классическая композиция. Блюзовая. Пока петь не начал, не могу сказать, что, но это классика, да. Классно поет, чувак, вообще здесь все классно поют. Здесь, кстати, есть вот и темнокожие музыканты, и певцы, и белые, то есть все, так, и публика такая же, смешанная, да? Здесь половина темнокожих, половина белых, здесь сидят тайфуют. В принципе, да, такое заведение демократичное. Все перемешано вообще. И все кайфуют, сидят. Ну, это все любители блюза, короче. Да-да-да. Сегодня было, да? Ну, сегодня, да, сегодня было. Девушка там, и телефон.
Кастер пела и пела такие шоу, темные композиции такие. Сейчас конкретно классика будет. Сейчас звучит знаменитая композиция Лио Рокки Фредди Меркьюри, под которую тащится все, кто здесь присутствует. Я думал, что темным Квинн не особо по душе, но оказывается, я был неправ. Все сидят, балдеют, трясут мощами. Круто, короче. Thank you.
люди знают этот танец. Атрибутику. Кепочки, например. Кепочки. Давай я померю, ты меня снимешь. Давай. Вот. Кепочка. Кепка бибикинга. Опа, гопа. Опа, дрица, гоп, соса. Семки есть? Семки. А если найду? Да. Кепочки такие. А вот эту вот сняла маечку. Портовая маечка, смотри какая. Да. Бибикинг Орлана, смотри как. Да, не знаю, видно, нет, но блестит. Ну вот прям Орлана написано. Конкретно. Мы залипаем. Вот вход. И выход, он же. Опа! Смотри. Опа! 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 Да. Такая вот одну опа. Одну букву не дописали. Здесь тоже слышно, да? Музыку всю. Биби Кинг. $5 за человека. Вот. Да, очень даже. Что, может, зайдем? Ну мы уже выходим. Это мяч кладенец пошел. Смотрите, смотрите. Ой, блин, держите меня. Ой. Но ему нравится, то, что его все снимают. Просто меченосец. Тут такая тусня около Биби Кинга. Все кафешки забиты. Эта вся красота находится на International Drive. Такое тусовое место в Орландо. Недалеко от нас, кстати, да, где мы живем. Такая вся улочка, она специально сделана для туристов. Туристическое место. Вот да, здесь очень много туристов, очень много ходят. Людей туда-сюда. Вообще нигде не найдешь, чтобы люди ходили пешком, но вот здесь, на International Drive, если много. Если бы продали здесь мне лицензию за 10 миллионов долларов об открытии казино, я бы, не задумываясь, заплатил. А, значит, нельзя. Оно бы за 2 дня окупилось. Значит, нельзя. Смотри, какой серьезный дядя. Мы идем, знаете, куда? Мы идем, я вам скажу. Смотрите, видите, здесь вот парковка, да, она наверняка платная. А мы как хитрые местные. Да, хитрые местные. Мы припарковались там около пиццы. Хата. На халяву. В общем-то, бесплатно, да. Надо знать места. И так везде. Смотрите наш блог, и мы познакомим вас с очень хорошей халявой. Да. А вот смотрите, девушка идет с голубыми волосами. Вот он, Фредди Крюгер. Это же Фредди Крюгер.
ты посмотри, он с когтями. Я не могу. Вы посмотрите, какие чуваки вообще шикарные. Да. Такие чуваки классные, пошли. Вот она, International Drive. Здесь тусуется много народа. Вот они от дождя бегут. Люди с орехами. Начинается дождик, и люди припрыжку начинают по ней слинивать отсюда. Вообще много гуляют людей. Да вон, вот синеон, прям толпы, прям вон, смотри. Ой, здесь вообще нескончаемые толпы туристов. Пошли. Да-да-да, ничего себе, какая толпа большая. Огромная толпа, вот там, я не знаю, будет видно, нет? Вот такой вот здесь вот центр развлечений. Ой, вообще страшно. Они бегут. О май гад! Это какие-то кенгуру, да? Пробежали кенгуру. Явно опились пепси-колы. Да. Играют градусы. Зырьки, да. Короче, весело, мы отдохнули. Всем пока. Вот их как много. Бегут. Это все туристы. Ну вот на этой вот оптимистичной и радостной ноте мы заканчиваем свой репортаж. Всем пока!